Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Решила снять вам очередную закупочку. Раз в неделю мы ездим закупаться на машине как следует. Ну, покупаем то, что нам может пригодиться в следующие дни. Но, как я уже говорю, не все это продукты питания. Кое-что это баловство и перекуска. Когда будет туго, то баловство и перекуска уйдет у меня из закупки. Ну вот как-то так. Хочу сказать, что кроме того, что мы закупаемся вот так массово, мы иногда покупаем между делом. Кончилось молоко, поехали, купили молоко. Или я поехала на велосипеде, купила молоко и что-то прикупила к этому дополнительно. Если кончился чай, заезжаю, покупаю чай после работы. Так что это не значит, что мы в другое время абсолютно ничего не покупаем. Мы также ездим и покупаем. Что хочу сегодня сказать, что в Лидле, Валди не видела, может быть тоже есть, появились семена. Вот это я купила, семена Мангольда. Называется Регенбоген Мишунг, это радуга, радужный мишунг. Это значит, что там не один цвет мангольда, у мангольда отличаются стебельки по цвету. Бывают оранжевые, желтые, белые, розовые, красные, всевозможных оттенков. И очень красиво смотрится, когда разноцветный такой. Стоит вот эта пачка в Лидле 59 центов. Это очень дешево. Так дешево нигде не продают. Ну вот. А сейчас покажу, сколько я сегодня купила. Купила вот такую кучу большую. Вот. Ну вот здесь булочки от Бекера. Стоят они 2,50 за 6 штук. И общая сумма закупки получается 65 евро. Ну, начнем, наверное, с молочного. Купила две пачечки творога от Довгань по ойра 99. Ну, в общем, вместе это полкило, а отдельно по 250 грамм. Уже хочется сделать сырники. Ну, как обычно, колбасный сыр по 2,09. Сосиски деликатесные по 3,49. Фрикадельки по 2,99. В фрикадельках 450 грамм, в сосисках 500 грамм. Так, я взяла, сегодня буду готовить крылышки куриные в духовке. 2,79 за 550 грамм. Так, ну вот этот творожная помазка на хлеб или сырная. А мы ее берем все время с кройтером или с перемешанной с травками, приправками. И вот одна такая штучка стоит 2,59. Раньше они стоили, по-моему, 99 центов. Мороженое, сэндвич айс. Сколько стоит сэндвич айс? Не помню. Итак, мороженое стоит ойра 69. Купила форель, вот такую копченую, на завтрак, на хлеб. И форелька стоит 2,19. Так, молоко для кофе стоит 89 копеечек за баночку. А в баночке у нас 340, даже 316 миллилитров или 340 грамм. Ну, вот это сметанка такая, крем-фреш, ойра 0,9. А вот это у нас брусничка. Брусничка – это не варенье, а такое даже не поймешь, желе, что ли. Но с ягодой. Ойра 69 за баночку. Также ойра 69 стоят помидоры. Огурчики стоят ойра 65. Много мы не едим, поэтому постоянно берем. 1,79 за килограмм био-морковки. Вот, 1,99 стоит 500 грамм брокколи. Ну, вот это
можно сказать, что и продукты, да? А дальше пошли не продукты. Шоколад по ойра 0,9. Ну, вот такой мы берем шоколад. Каждая шоколадка внутри еще упакована отдельно. А это марципановый хлеб, который бывает только к Пасхе и к Новому году. Вот сейчас он появился к Пасхе, на нем уже нарисованы яйца, если присмотреться. Ну, мы его нарезаем на такие конфетки. Кроме этого взяли миндаль, миндальный орех, и взяли кашевки. Так, миндальный орех стоит ойра 99. Кашев керный за 200 грамм 2,39. И ойра 19 стоит такая шоколадка, в ней сколько грамм? 150 грамм. Вот, шоколад я не сказала, сколько в нем грамм. В нем по 100, нет, в нем 125 грамм, разделены на 5 штук, значит, каждая шоколадка по 25 грамм. Вот. Теперь я взяла вот такое украшение на пирожные, обязательно нужно взять. Такой белый шоколад, а на нем нарисованы лесные зверюшки. Там и зайчики, и лисички, и грибочки, и белочки, ну, в общем, такие вещи мне пригодятся. Взяли миндаль в шоколаде. Две упаковочки. Миндаль в шоколаде стоит ойра 69 за упаковку. И в этой упаковке 200 грамм. Вот, сахар-рафинад. Сахар-рафинад всегда стоил 69 центов. Сейчас он стоит ойра 49 за килограмм. Когда взлетела цена, я даже не заметила. Ну, потому что сахар не ем, наверное, поэтому. Масло стоит 2,69 за бутылку литровую. Мы берем все время с нашим детям. Называется это Апфельшорли. Это яблочный сок, смешанный с разведенной газированной водой. Такой типа лимонада из яблочного сока. Всегда держим, потому что дети, когда приходят, просят что-то попить. И иногда им нужно сладкое. 2,69 мы отдали вот за этот килограмм мандарин или клементин, что написано, мандарины написано. Так, я взяла бананчики на 81 цент, один гранат апфель, ойра 49, и 2,69 уплатили за яблоки в пакете 2 килограмма, поэтому получается, что 1 килограмм стоит ойра 35. Так, грубо. Ну и взяли вот такие салфетки кухонные. Они у нас постоянно в ходу. Вот. Стоят они 2,85 сейчас. Ну, было и дешевле. Так что посмотрим, куда нас наша жизнь приведет. Вот такая кучка, за которую мы отдали 65 евро. Нужно срочно распаковывать, разбирать и убирать. Сегодня у нас на обед крылышки куриные. Ну вот я уже сделала овощную подушку из тыквы и картофеля. Посыпала специями и сбрызнула вот таким красивым оливковым маслом. Видно вам оливковое масло? Думаю, что видно. А теперь мы укладываем уже замаринованные крылышки поверху нашей овощной подушки. Укладываем так, чтобы кожа на курице стала румяная и кнуспри или хрустящая. Вот такой у нас сегодня обед. Лучок еще тоже очень вкусно. Обед на две персоны. И еще немножечко сбрызнем маслом оливковым. Оливковое масло у меня непростое. Оно с острым перцем, с таким розовым перцем. Красота, немножко острая. И лавровый лист в нем есть. Этот. Это продается, но это вы можете делать и сами.
В этом ничего нет сложного. Духовка разогрелась на 200 градусов. Отправляем туда наши крылышки на овощную подушку и будем ждать 45 минут. Пока у нас готовится курица в духовке, я хочу предложить вам поиграть со мной. И сейчас я вам покажу два слова. Первое слово – это Виктор. Ну, если знаете, Виктор – это имя моего мужа. А второе слово – это Ирина. Это я. Так вот, вопрос, мои хорошие. Какое слово получится, если сложить эти два слова вместе и убрать при этом две буквы? Итак, мои хорошие, из одного слова убираем две буквы, складываем вместе слово, которое у вас получится. Да? Первым 10 человекам, которые правильно ответят на этот вопрос, я, как всегда, передам привет. Ну вот, как-то так. Итак, время наше прошло. Выключаем и смотрим, что у нас получилось. Так. Ну, получилось то, что нужно. Очень красиво выглядит, аппетитно. Достаем все это из духовки. Вот такой замечательный обед получился. Здесь у нас картошечка еще, тыковка. Все это мягкое и сочное. Если вы посмотрите, то это все очень сочное. Лучок ужарился. Пора звать семью к обеду. Ну вот как-то так и пробегает мой день. Утром на работу, после работы закупилась. После закупки привела все пока в порядок, приготовила обед. Поставила вторую стирку стирать, первую развешала. На улице светит солнце, так что белье на солнце с морозцем – это самое хорошее белье. Вот, что еще хочу сказать? Пообедаю, позвоню своей подруге, выхожу с палками на променады, выхожу с палками на прогулку на свою дорогу. У нас дорога почти всегда одна и та же. Правда, моя подруга старается меня еще больше заставлять ходить, бегать. Ну, это тоже полезно. Когда я приду с прогулки, я буду пить чай и позвоню в Казахстан. Поговорю с Казахстаном. А потом нужно загружать ролики, нужно отвечать на ваши комментарии, которые вы с удовольствием мне пишете, надеюсь. Ну, вот как-то так, мои хорошие. А вот этот ролик нужно обязательно смотреть до конца. В этот ролик я вставлю что-то очень интересное. Всем пока-пока. Всем счастья, здоровья, любви. Всем мирного неба над головой. И до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба.